которых столько всего рассказывают, что можно сделать руку или почку, быстро построить жилой дом. Да и вообще, скоро 3D-техника будет у всех дома. А что, это очень удобно. Закончился хлеб, напечатал хлеб. Захотел велосипед, включай принтер. Мы сегодня на фестивале 3D-печати. Давайте узнаем, на что способны современные 3D-принтеры. У нас на уроке робототехники учитель делал нам на 3D-принтере разные милые безделушки. А что полезного можно сделать на 3D-принтере? На 3D-принтере сделать можно полезного много всего. То есть начиная от запчастей для маленьких автомобильчиков, которые у вас дома сломались, и заканчивая большими самолетами, где ставят вот такие штуки печатные. В искусстве, можно даже в рисовании, без проблем. А это правда, что на 3D-принтере можно создать реальные органы? Да, на текущий момент такие разработки ведутся, еще реальных органов функциональных не создано, но уже разработки ведутся, даже у нас на МКС сейчас стоит 3D-принтер, который печатает живые ткани. Эта шапка, она делалась для фильма «Конек-горбунок», который выйдет в 2020 году. Это будет сказка детская, и там карусель вращается на голове у музыканта. А как происходит работа с принтером? Принцип работы принтера заключается в том, что вот этой ниточкой она нагревается, и он слой за слоем выкладывает большую 3D-модель. Таким образом получается деталь. Естественно, ее нужно обрабатывать. Потом вот это под дерево вручную краской покрывал. А еще 3D-объекты можно нарисовать специальной ручкой. Есть даже такой вид современного искусства – 3D-пен-арт. Но мы не художники, поэтому нарисуем что-нибудь простое. Здравствуйте, а что печатает ваш 3D-принтер? Добрый день, я печатаю второй вот такой вот кубик. Это моделька, чтобы гонять шарик от подшипника. Когда плоская железная дорога надоела, можно будет составить несколько кубиков и по нескольким его этажам гонять шарик. У вас тут лежат фрукты, а можно сделать еду на 3D-принтере? Ну, технически да, но на конкретно этом принтере нельзя, потому что он уже испачкан пластиком, он заточен под пластик, но есть примеры, когда печатают, например, шоколадом. А сколько времени уходит на создание одной такой маски? 2 дня, может больше. Из самых интересных заказов и необычного я делал костюм штурмовика смерти по «Звездным войнам». Около месяца искал чертежи 3D-модели. Когда нашел, приступил к печати, и это заняло около года. Детали этой гитары тоже напечатаны на 3D-принтере. Какое будущее у 3D-печати? 3D-печать будет очень быстро развиваться. Практически, я думаю, что у каждого молодого человека и у каждой молодой девушки в доме будет стоять 3D-принтер, и вы сможете создавать даже игрушки своими руками. Огромный принтер напечатает вам машину или даже самолет. Но вот такая домашняя техника сделает вам еду, одежду или кухонную утварь. Познакомились с 3D-печатью Арсений Чунц и Соня Растамир.